Всем привет! Мы возвращаемся в карьеру за футбольный клуб Гамбит. Ребят, у нас сегодня последний выпуск, я надеюсь. Первый английской лиги, аллилуйя. И я думаю, все-таки, ребят, с большой долей вероятности мы переходим в чемпионшип. Да, еще есть матчи, и немало матчей. Сколько? Ну, матчей 10, наверное. Нам предстоит сыграть большую часть. Мы просимулируем, но вот матч с Челси мы, конечно же, сыграем. Это Кубок Англии. Пятый раунд. Давайте-ка посмотрим все расписание. Ливерпуль, Эвертон, Гамбит, Челси, Норвич и Бормут, Сток Сити, Тоттенхэм. Также Ковентри тут попал неплохо. С Арсеналом сыграет Лидс, Шеффилд, КПР, Миддлсбро. Давайте-ка быстренько, недолго думая, что по составчику у нас тут. А составчик у нас, в принципе, более-менее нормальный. Ну так вот, давайте переходить к матчу. Играем у себя дома. Играем в своей домашней форме. Поэтому Челси у нас будет играть выездной. Не знаю, какие цвета им выберем. Белый. Сейчас посмотрим. Смена формы. А, у них всего два комплекта. Ну, давайте вот так. Тимо Вернер, Маунт, Канте, Зиеш, Ампаду, Джеймс, Чалоба, Рюдигер, Кепа, Алонсо, Пулишич. Хорошая погода. Ну, для Англии пасмурная, это нормальная погода. Главное, что дождя нет. Кристиан Пулишич ускоряется. Американец, он уже штрафной. Пулишич. Алонсо. Маркос. Пулишич, хорошая передача, переключился не на того футболиста, и Мейсон Маунт выводит Челси вперед. Да, переключился не на того футболиста. Пропускаем. С мячом по-прежнему Гамбит. Кук. Пайерт. Очень здорово развернулся Мэтью Хумфри, но как-то долго, и атака получится вторым темпом. Дальний выстрел, и мяч в сетке. Это Кук. 1-1. Гамбит дожал Челси, дожал Гамбит. И у нас счет в матче сравнялся. Помимо... Ох, Роджерс может сейчас. Удар хороший. Роджерс. И Оливер МакЭван устремляется. Оливер МакЭван, передача. Гиллис. Гиллис перебрасывал. Гиллис, но Кепа на месте. Неплохо. Неплохо, Кристиан Пулишич. Снова Челси в начале уже второго периода. Ребят, ну что это? Это Вернер. Тут посмотрим. Я сразу дал... Господи, сразу передача пошла на Найта, но... Блэкет. Так, у нас угловой. Угловой в исполнении Челси. Маунт, подача. Вот это было... Господи. Вот это, хотел сказать, было опасно. Нет, это не опасно. Это было очень опасно. Лукаку забивает. Выходит и сразу же забивает. Да. Ладно, будем сейчас делать замены. Мимо Кубка Англии. Пролетаем. В принципе, если честно, я особо не надеялся, что мы возьмем... Кубок Англии. Их какой хороший удар. Оливер МакЭван. Какая хорошая передача на Маунта. Устремляется Маунт. Так, Де Соуза особо не спешит. Подключение защитника. Снова Маунт. Пулишич. Вот это было хорошо.
4-1. 4-1. Ладно. Можно спокойно сосредоточиться на внутреннем чемпионате. Полную, как бы так сказать-то, помягче задницу мы наполучали мячи. И Ромео Лукаку устремляется, бельгиец. Господи, достал. Достал. Что там было, непонятно. Достал. Очередное спасение нашего Дафа. Навес на ближнюю. Глен достать. Мэтью Хумфри. Заброс на Ассора. Но это, конечно, 4-1. 4-1. Под Орехнос уделал Челси. Не знаю даже, что прокомментировать. Вылетаем с кубка, двигаемся дальше. У нас матч очень важный для нашей команды. Матч с Петербурга Юнайтед. 83 очка у команды Гамбит, 84 у Петербурга. Но тут борьба за чемпионство будет в самом разгаре. Так, давайте-ка еще календарю. Тут у нас Ипсвич. Ипсвич, кстати, Чартан. Тут, в принципе, есть еще команды, которые могут нам поднасолить в погоне за чемпионство. Давайте-ка посмотрим по составу. Я хочу вернуть Идриса Акена. Это во-первых. Так, Идрис возвращается сюда. Ну что, лидер вернулся. Нужно после Челси, конечно, реабилитироваться нашим футболистам. Первая английская лига. Очередной тур. Матч между лидерами Питербурга Юнайтед и футбольный клуб Гамбит. Идрис. Ой, как Гиллис рвканул, получил по ногам. И что? И что, судья показывает желтую карточку. Было очень, очень было опасно. К мячу подходит Роджерс. Эх, немного подкрутки не хватает. Не хватает подкруточки. А хороший был момент для Роджерса. Тейлор. А вот уже и хозяева. С мячом. Батлер. Блейки. Ой, как здорово в ближний угол. Я удивлен, что мяч остался у нас. Роджерс. Идрис Акен. Тащит мяч. Де Соуза. Идрис Акен сместился. Мог отличиться молодой алжирец. И угловой. Идрис Акен. Подача. Блэки. 0-1. Калачивает мяч мощнейший центральный защитник Гамбита. С 11-метровой отметки. Надеюсь, автогол не засчитает, а засчитает гол на счет нашего центрального защитника. Отлично. Тайлор Блэкетт. Очень здоровская передача. Ворд уже штрафной. Ворд. Блокировать надо. О, господи. Так, конечно, это... Это, ребят, конечно, все заскриптовано. Все как-то... Ну... Ладно. Хорошо разыграли, мало того, что попали в штангу в результате прекрасного розыгрыша, так еще и футболист остался совсем один и в пустые не промахнулся. 1-1. Ой, какая хорошая передача, Блэкетт не поспевает, Блэкетт. И вот тебе еще девяточка. Один за одним влетают мячи в ворота. Тут провалился Де Соуза. Очередной
провал у нас фланговых защитников и... Подкаты вот эти, ребята, вообще FIFA 22 и подкаты — это отдельный вид искусства. Вот он на месте как-то упал, там ногами дрыгает, как я не знаю, как в жопу раненый. Они настолько бесполезны, вот честно. Один подкат из 10. Ну и либо я не могу ими пользоваться. Кук! Да что ж за удар это по центру? Так, неплохо. Неплохо. Петербург Юнайтед возле штрафной начинает свои канделябры тут раскачивать. Господи, прям сразу на ногу отскакивают эти мячи. Кук. Де Соуза. Господи. Во-первых, он не бил в одно касание. Вы представляете? Это... И вот контратака, Блэкит проваливается. Дембеле будет перебрасывать. И пошла контратака, Дембеле. Очередной Дембеле. Баркер. Свеженький Баркер. Ну, наконец-то. Наконец-то. Наконец-то Мэтью Хумфри забивает. Хорошая, хорошая контратака. Де Соуза, возможно, это последний шанс. Возможно, будет последняя атака. Кук. И дальний выстрел снова по центру. Это был Байерт. Мог снова выйти и мог снова зарешать. 2-2. Боевая ничья. Составчик у нас боевой. Идриса Кейн по-прежнему в основе. Прошлый матч, в принципе, он сыграл хорошо. После такого долгого застоя выходим на поле. Гиллис. Сохраняет мяч Гиллис. Акоен. Ой, как здорово развернулся! Неудобно было бить, висел на нем футболист. Ну, слушайте, молодец, Идрис Акоен. Очень здорово, очень здорово. Прям видно, рвется парень в бой. Хочет наверстать те потерянные матчи, то потерянное время после повреждения. Ну и доверяет ему, конечно, Джеймс Брэдли. Такой путь уже проделал этот парень, лидер команды. Хоть и здорово играет Байерт. Де Соуза сохранил мяч. Кук. Идрис Акоен. Дальний выстрел. И дальней рукой достает. Красивый прыжок. Мячу подойдет у нас Роджерс. Подача Лука. Паркер. Гиллис первый на мяче. Блэкет. Еще один удар блокируется. Блестящий мог быть момент, если бы я немного сыграл порасторопней. Прижимаем соперника. Еще один навес. Идрис Акоен. Подача. Вот здесь Баркер достанет. Нет. Атака вторым темпом получится. Кук. Ух, как Харпер-то сыграл сцепка. Кук. Акоен. Заброс хороший. Оливер МакЭван. Оливер МакЭван технично остановил. И голкипер. Вот вам и Оливер МакЭван. Глен, удар какой! Какой удар! И худощавый Глен забивает. Вышел, только-только вышел со скамейки запасных. И такая пушка. Голевая передача. По-моему, от Луки Роджерса. Как пробил? Такие не берутся. И на Хьюита. Нет, передача пошла на Идриса Акоена. Глен, еще один дальний выстрел. Мощнейшая пушечка.
Роджерсу тоже нужно вернуться, Эдвардс. О, как пробросил Пигот! Ой, мать, моя женщина, что ж происходит? Чаплин забивает. Я, кстати, присматривался к этому парню, почему-то у меня интуиция, так знаете, мне подсказывала, что если забьет, то забьет именно он. Потому что он в прошлом матче нам забивал, но я голкипером не выходил. Меня на самом деле врасплох застала вот эта вот передача такая мощная. И вот здесь вот пробросил, все, освободился и пустые. 1-1. Что они творят? Как же они начали играть? Как же он начал играть, а? Ипсвич. Поставил корпус. Вот эти вот удары, конечно, с места. У нас там динамики такие мощные удары не всегда получаются. Идрис Акаян. Файерт. А, нет, это Глен. Глен! Передача на ближний! Найт. Акаян. Здорово, здорово. Ну вот Идрис Акаян настолько мозган, я бы сказал, в футбольном смысле этого слова. Не спешил, не бил там никакие эти размахи от ушей. Посмотрел, что открыт Оливер МакЭван. Оп, спокойненько. И Оливер такие решает. 2-1. Чаплин. Да как так он... Вот они пробросы вот эти. Кстати, на самом деле, не помню, чтобы этими пробросами пользовались так часто, как сейчас это делают наши соперники. Де Соуза стоять на ногах, Де Соуза. Включается в игру. В этом, на самом деле, и большой минус этих симуляторов по FIFA. То есть... Игра включается в игру. Если бы на протяжении всего матча они плюс-минус играли, ну, вот как сейчас. А вот именно решила игра забить. И все, они включаются по максимуму. А сколько судья добавил? Я так и не понял. Даже не обратил внимания, сколько судья добавил. И у нас снова ничья, снова 2-2. У нас следующий матч с Флитвудом. Этот матч мы будем симулировать. Будем симулировать полурезервной командой, полурезервным составом. Переходим к матчу. У нас Эскобар появился, Клейтон, Феррейра, Курейра. И также Баркер у нас играет в основе. 0-2. Курейра и Гиллис отличились. Вот так вот. У нас очередной матч. Этот матч мы тоже симулируем. Играем с командой с 22 места. Так, кстати, в списке бомбардиров на ваших экранах Хумфри и Оливер МакЭван по 14 мячей забили. Но давайте перемещаться к симуляции. У нас есть одно изменение. Если сравнить с прошлым матчем, у нас в основе сыграет Байерт. 2-0, Баркер и Ассоро забили. Матч между первым и третьим местом. Гамбит лидер. Первая английская лига на данный момент имеет в своем активе 91 очко, а Чартон располагается на третьей строчке 77 очков. Кирк в списке один из лучших бомбардиров, хочу заметить, в списке 19 мячей, поэтому, ребят, нужно его опасаться. Давайте посмотрим турнирную таблицу, 2 поражения, много мячей мы наколотили. Петербург Юнайтед немножко, кстати, подсдал немного, и тут Гамбит вырвался на первую строчку. Чартон забивает 60, пропускает 34 мяча. Тоже, в принципе, идет неплохо. Давайте-ка посмотрим, что у нас по календарю. Ну, осталось совсем, ребят, немного. Осталось 6 матчей. Возможно, это будет последний матч, который мы сыграем. Дальше мы досимулируем. Ну, уже посмотрим. Выиграем мы чемпионат, не выиграем. На самом деле, это не самое главное. Хотя для нашего руководства именно победа очень... важно для нашего руководства. Но давайте перемещаться к матчу. Надеюсь, здесь мы хоть выиграем. У нас состав боевой, посмотрите. Парни заряжены, парни готовы. Расстановка Чартона 4-3-3, удержание. Погнали. Атака вторым темпом. Роджерс. Кук. Ой, как здорово. Как здорово. И посмотрите, что творит футболист
хозяев. Вот это растяжка. Подача алжирца. Блэкит. И отбивается. Снова отбивается. Роджерс. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь Оливер МакЭван перестарался опять. Идриса Кейна дал передачу. Как в прошлом матче. Но вот здесь... В прошлом матче я говорил, что действительно... Оливер-то такие решает. А вот... Сглазил парня. Идриса Кейн. Удар в ближний угол. Ну такой, знаете, в замедленном действии летел мяч. Любители, они уже сейчас на пустые выводить. И вот как сейчас. Здорово, здорово, Оливер МакЭван, я вижу тебя. Обалдеть, ребят, это просто какая-то хрень. О, быстрее надо завершать первый тайм, потому что, ну, это не наше. Я не углядел. Ой, как хорошо, как здорово. Здорово в одно касание. Это Идриса Кейн, ну, молочага, парень. Давайте-ка пусть он подаст угловой. Какой уже? 8-й, 7-й, 10-й уже угловой, не знаю. Подача очередная. Баркер бабахнул. А знаете, что самое интересное? Мы сейчас только забьем, и либо мы забьем второй, либо сравняет счет Чарта. Так все и будет. Роджерс, хорошая передача, Найт. Найт на ближнюю. Штанга. Мне кажется, быстрее сами себе забьют футболисты Чартона. Ну, перекладина, понятно. Блэкет. Роджерс. Кук. Еще один удар. Да господи, что ж такое-то? Ребята, они вообще, вот, команда с третьей строчки. 63-я минута матча. Я не помню, чтобы, да, вступал в игру. Главное не сглазить, как это бывает у нас. АКН, подача. Баркер, забить. Да господи, что ты, боже ж мой. Еще один угловой. Я вообще не помню такой доминации у нас. Ну, при условии, что мы еще не забили. Еще одна подача. Гиллис. Сильный вынос. Де Соуза. Файерт. Файерт. Передача на Байерда. Развернулся Байерд. Удар не за мяч в сетке. Все-таки забивает. Забивает этот краснощекий. Краснорылый наш. Не побоюсь этого слова, наверное, даже Голеадор. Частенько он забивает. Выходим вперед. Наконец-то. Льюис хорош. 1-0. 86-я минута матча. Ну, слушайте, матч нервный, это мягко сказано. Асоро. Байерд. Байерд, забросик на МакЭвана. Ой, вот. Получите. 2-0. 2-0. Все. До свидания. Мне прямо интересно посмотреть эту статистику. Удара. Я вообще не помню, чтобы столько у нас было в матче. 22 удара. Мы могли забить 8, ребят, 8. Что это за цифра-то такая? Жесть какая-то, честно сказать, ребят. Ну, лучший игрок матча вообще, если быть реалистами. Умфри, серьезно? Я думал, голкипер. Наш соперник. Он там божил. Странно. Ну ладно, двигаемся дальше. Ребят, ну что? 40 туров позади. Точнее, 40 матчей у Гамбита позади. Некоторые сыграли пока по 39, но это не важно. Важно то, что мы сейчас до конца этого сезона будем симулировать матчи. А на ваших экранах будет только... Собственно, это симуляция.
Сколько там туров у нас осталось? По-моему, 5. Нет, 6. Ну, ребят, давайте. И начинаем мы с Колчестера. Сразу же перемещаемся. Быстрый расчет. Поехали. 0-2. Отличное начало. Прекрасное начало. У нас следующий матч с Линкольн Сити. Линкольн располагается на 20-м месте. У нас Байерт играет в основе, а Каян играет центрального полузащитника. Вот решил вот так вот, друзья, рискнуть в концовочке сезона, а? Как вам такое? 1-2. Минимальная победа. Мэтью Хумфри и АКН отличились. Так, ну что, следующий матч у нас. Форму менять не буду, смысла нет, потому что мы симулируем все-таки. И давайте к быстрому расчету. Последний матч дома мы проиграли. 4-1. Отлично. Кук, АКН, Мэтью Хумфри и Гиллис отличились. Отлично. Это другое дело. Так, следующий матч у нас с Оксфордом. Давайте быстро к матчу играем на выезде. Быстрый расчет. Оксфорд, кстати, занимает 9-е место. Это вам не хухры-мухры, но мы все равно выходим и обыгрываем эту команду. Баркер и МакЭван отличились. Отлично. Мы, кстати, друзья, неплохо идем. МК Донс у нас на очереди, снова на выезде. Кстати, друзья, у меня такое ощущение, как будто действительно наши парни на выезде играют лучше. Это не важно, симуляция, не симуляция, а вот именно в целом. И по матчам мне проще играть на выезде. Очень странно. И снова 0-2. И снова КН, и снова Гиллис. Уверенно, уверенно, ребят, мы идем. У нас заключительный матч в этом сезоне. Гамбит сыграет с Блэкпулом. Блэкпул на 6-м месте. А мы тем временем переходим к матчу. 1-1. И снова забивает Гиллис. Гиллис набрал потрясающую форму в конце сезона. Ну что, друзья, закончился у нас чемпионат. Закончился у нас победой Гамбита. На финишной прямой вырвал наш футбольный клуб чемпионство у Петербурга Юнайтед. Чартон занимает 3-е место. Ротерем и Ипсвич 5-е. Но тут еще вся борьба за 3-ю строчку будет впереди. Между 3-й, 4-й, 5-й и 6-й строчка. Будем еще наблюдать за этим. Давайте-ка посмотрим лучший бомбардир. Кто? Да лучший бомбардир Кирк. 24 мяча. Так, у нас кто? У нас Оливер МакЭван забил 15, а Хумфри забил 16. Лучший ассистент. И Дрис АКН 15 голевых передач. Парни, конечно, растут как на дрожжах. Некоторые из них феноменальные. Да, феноменальные. Может быть, даже будут какие-то потрясающие предложения топовых клубов. Не знаю. Вообще, по-хорошему, конечно, нужно соглашаться. Ну, хочется, мне просто хочется вырваться в английскую премьер-лигу, а эти футболисты нам будут помогать. И поэтому, я думаю, все-таки следующий сезон я точно попридержу Хумфри, МакЭвана. Вот этих парней точно попридержу, а там уже посмотрим. Если будут предложения топовых клубов, мы уже, если вдруг, опять же, если вдруг мы попадем с первого сезона в АПЛ, там, может быть, мы с ними попрощаемся. Ну, посмотрим, посмотрим, не буду загадывать, конечно. Ребята прокачались. Такой путь мы с ними проделали со второй английской лиги. Ну, как бы, потом чемпионшип. Ладно. Давайте-ка посмотрим статистику. Статистика, на самом деле, не самая лучшая у наших футболистов. Могло быть и получше. Хумфри всего 19 мячей, 6 голевых передач. МакЭван 15-11. Все-таки, я считаю, лучший игрок этого сезона. Идрис АКН. 13 голов, 17 голевых передач. Ну, кстати, Ассора тоже, в принципе, неплохо. Хоть он меня и огорчал. 12-10 у Ассора. Кук. Гиллис, наконец-то, начал в концовочке сезона забивать голы. Ну и, конечно, Байерт. Так, ну, слушайте, Бильбао чемпион. Молодцы. Обыграли Вест Хэм. Дальше Лига Европы. Аталанта обыграла в финале Лиона. Кто у нас тут в полуфинале был? Ну, тут Лестер, Спортинг, Лига Чемпионов. Лига Чемпионов, Ливерпуль, Барса, финалы, Ливерпуль чемпион. А Ливерпуль так спокойненько разобрался с мадридским Реалом. Друзья, ну что? Финал, плей-офф на повышение. Ипсвич Таун сыграет с Блэкпулом. Давайте посмотрим полуфиналы. Ипсвич 4-5. Ух, вот это была заруба тут, конечно, вот это была борьба. Два матча, два противостояния, скажу даже так, с общим счетом 4-5.
Но будем ждать, кто будет третий. Ну что, поздравляю Блэкпула. Блэкпул обыгрывает с минимальным счетом 2-1 Ипсвич и выходит в чемпионшип. Красавцы, что сказать. А на этом, друзья, я предлагаю завершить этот выпуск. Такой получился достаточно затяжной, на мой взгляд. Но уже в следующем выпуске, друзья, мы с вами встретимся, увидимся в чемпионшипе. Всем огромное спасибо за поддержку, друзья. Все комментарии читаю. Всем огромное, еще раз повторюсь, спасибо за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше. С вами был Гамбит. Всем удачи, до скорого. И всем покедова.